называется. Тут можно ходить и смотреть взлетную полосу самолета, а там огромная, она большая. Можно смотреть взлетную посадочную полосу. Вот такой тут. Такая вот есть трасса, тут очень длинная эта галерея, и тут можно ходить и смотреть. Это оплата, ну а там уже идти дальше. Он нет, он садится. Вот. Да. Нет, садится. Потому что тот его ждет, вот тут самолет, он садится. Вот он садится, самолет прилетел. Потому что непонятно. Нет, тормозить, да, не лететь. А тот другой его ждет, пока этот сядет, и тот взлетает. Может, это Маника, пани Маника приехала? Увидела свою родину. 18:55. Да. И вон там другой уже входит на полосу, потому что это... Пойдем потом. Этот сел, а тот стоит на полосе. Ну, я хочу посмотреть самолет пани Маники. Ну, ты оставайся. Ее лицо. Сейчас. Блин, тут надо как-то это приблизить, не получается. Сейчас он там стоит, сейчас он поедет, да? Самолет взлетает. Ну, пап, смотри, взлетает он, самолет. Как быстро, блин. Как поспорил. И сразу шасси убрала. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że przed terminalem A oczekuje samochód, który wykonuje samochód transfer pomiędzy parkingiem B2 a terminalem. Вот прилетел этот самолет. Сейчас тут приедут всякие телеги. Ставят уже.